А мы продолжаем подводить итоги уходящего года. Уже 2 недели наши корреспонденты поздравляют с наступающим праздником героев наших любимых сюжетов. Здравствуйте, я корреспондент Маруся Загорска, и мы в очередной раз подводим итоги года. Сегодня идем поздравлять архитектора Александра Деринга. Целый год он был экспертом в вопросах градостроительства и архитектуры. Но в июле ему выдалось стать главным ньюсмейкером месяца. В середине минувшего лета Александр Деринг рассказал, а точнее показал, как будет выглядеть художественный музей после реконструкции. Все выше в центре Барнаула поднимаются стены художественного музея Алтайского края. Строители уже начали второй этаж. Работы много. До осени им предстоит закрыть контур и приступить к внутренним помещениям. Тоже практически здание внешнее, каким оно и было до этого, но немножко в другой редакции. Таким мы увидим музей в день открытия. Много света, огромные выставочные залы и современная техническая начинка. В проекте реконструкции предусмотрены все детали. Для сохранности картин здесь смонтируют систему климат-контроля. Для посетителей построят лифты, откроют кафе и зоны отдыха. Этого требуют мировые стандарты. За основу мы брали наши отечественные музеи, Третьяковскую галерею, Русский музей и лучшие образцы западных, самых лучших музеев Британского музея, Амстердама. Мы застали нашего героя в мастерской. Деринг изучал материалы к очередному проекту. Александр Федорович, здравствуйте. Хотим поздравить вас с Новым годом, поблагодарить за то, что вы были весь этот год нашим добрым партнером и вместе с нашими друзьями компании «Фруктовый мир» подарить вам вот такой сюрприз. Спасибо большое. Очень неожиданно. Я очень рад. А наш канал продолжает вручать подарки. Еще множество наших любимых героев получат свои предновогодние поздравления.